Поощрять детей и их педагогов значит стимулировать их на дальнейшие достижения. В Центре культуры и отдыха днем воскресенья торжественно вручали премии за вклад в культуру. В числе лауреатов – музыканты, воспитанники профильных школ и их учителя. Традиционно заявок подают кратно больше, чем количество премий. Преимущество перед соискателями имеют те ребята, которые становились неоднократными победителями и призерами различных конкурсов, в том числе международных. У меня две задачи. У меня есть задача и заниматься музыкой, и участвовать в конкурсах, потому что конкурсы – это показательство моего мастерства. Как ты себя ощущаешь? Я пока не знаю, но, скорее всего, я ее попытаюсь связать с музыкой. Чтобы стать победителем, не обязательно иметь большой музыкальный стаж. Артем увлекся скрипкой еще в раннем детстве и к своим 12 годам стал виртуозом. Его любовь к скрипке только крепнет. В 3 года я подошел к своей маме и попросил ее отдать меня играть на скрипке. Она мне отказала, так как она сама 7 лет училась в музыкальной школе и знала какие-то муки. И она сказала нет. И я ее каждый день так просил. И, наконец, в 6 лет ей надоело, и она отдала меня на скрипку. Но это муки в итоге? Нет, для меня нет. Потому что мне нравится это. Премия единоразовая и нецелевая. Победители могут потратить ее на то, на что считают нужным. Организаторы надеются, что дети разовьют свое дарование и превратят его в профессию. Собравшиеся пожелали маленьким музыкантам неиссякающего вдохновения и успешной карьеры в музыке. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.